Итак, готовность. Отсчитываем 5 секунд. Сегодня и горячая начинаем. Тема. Итак, господа и дамы, сегодня вновь в эфире радио НЛП с ее ведущими Ольгой Парханович и Юрием Чепчуриным. Сегодня в гостях у нас наш друг, коллега и, я даже не знаю, гуру сибирского тайцзи и сибирского массажа жестокого и беспощадного. Всякого разного и беспощадного. Да-да-да-да-да-да. Андрей Шерай. Привет-привет. Сегодня Андрей пришел к нам с горячей темой. Темой секса. Крошка. И что секс – это грязное дело. Секс – это грязное дело. Я не виноват, меня заставили. Принудили, совратили. Практически. По-хорошему-то не получается. Да. Ну что ж, давайте немножечко сначала представим Андрея, потому что в качестве... Представьте себе, пожалуйста, Андрея. Андрей шикарен. Он... У него бритая голова, харизматичная борода, серьга в левом ухе и острый пронизывающий взгляд. Да. Кроме всего прочего, Андрей действительно мастер боевых искусств, психотерапевт и телесный терапевт, что, кстати, является, как мне кажется, прекрасным добавлением одного другого к третьему. Угу. Вот. Что ты еще об себе скажешь, товарищ? У меня 4 детей. Ух ты ж. Понятно же, почему мы эту тему подняли. Все 4 сына. Вообще. Снайпер буквально. Да. Не бракодел. Да. Итак, 4 сына. Школа, 2 школы. Угу. Школа тайцзи цуань. Угу. Традиционного. Да. Насколько я помню, мастера... Ченя, да? Да. Ну, мы сейчас разные стили развиваем, но это традиционный тайцзи, не фитнес, такой хардкорный. То есть, такой боевой, настоящий тайцзи. А там все вместе, там и боевой, и это, оздоровительный, там все вместе. Там... Себя оздоравливаем, других убиваем, все как нам нравится. Ну, всё, как у нас любим. Доктора наук занимаются. Да, есть, понятно. Да, ага. Вот, все добрые, отзывчивые люди. Вежливые еще добавили. Вежливые, конечно, вежливые. Да, вежливые психотерапевты, знаем мы таких. За невежливость сразу в табло. Да, конечно, сибирский я предупреждал. Вот, а тема нашего сегодняшнего дня, я все не знаю, как к ней подойти, понимаешь, потому что там типа, Андрей, а что? Ты знаешь про секс? Да, например, вот, ведь нет же, так же нельзя. Секс – мое второе имя. Андрей Секс Шерай. О, боже. Ты знал, куда идешь? Ты идешь на радио НЛП, поэтому давай-ка поговорим действительно. Понимаешь, вот я право же не знаю. То есть у меня куча. Ну, вот интересно рассмотрение секса как определенные энергетические взаимодействие, не знаю, что происходит в сексе с точки зрения не физиологии, да, хотя и физиологии тоже. Не-не-не-не, подожди, что это за трансперсональщина тут поперла, вообще понять не могу. А как-нибудь... Ну, потому что тайцзи. По-научному. Можем по-научному. Вот да. Вот чтобы это было как-то приближено к реальности, а то обмен энергиями, знаю я, куда мы катимся. Вот как будто мы ни разу не проводили тантру, да? А вы проводили тантру? Мы участвовали. Не, ну мы участвовали. А, ладно, хорошо. Я имею в виду на наших мероприятиях. Да-да-да. Да, но тантра – это научный подход, причем тут энергия. Это абсолютно научный подход. Вот про это и давайте поговорим. Да. Угу. Так, ну с чего же начать-то? Ну, начни с простого, да? Вот начни вот действительно, вот представь себе, что тебе вот ну, просто спросили секс с точки зрения, я не знаю, там, тайцзи, тантры, оздоровления, психотерапии, черт подери. Ну, вот здесь прямо две сразу модели возникает. Угу. Одна модель восточная, другая западная. Как я иногда говорю, мне в одно ухо шепчет Леонтьев, а в другое ухо шепчет Лао Цзы. Поэтому я обе модели... Хорошая компания, что, да. Леонтьев и Лао Цзы.
Ага, экипаж машина боевая, ага. Да. Да. Значит, то есть очень разный подход к сексу, отношение к сексу вот в этих двух традициях, двух моделях. Восточный подход к сексу – это однозначно добро. Более того, секс – это некое воплощение гармонии Вселенной. То есть во Вселенной, Вселенная гармонична, такая пресуппозиция. И во Вселенной противоположности сталкиваются между собой, фактически занимаются сексом. Там добро, зло, свет, тьма, мужчина, женщина. Это вот ты как-то вот это вот... Это все в один столбик идет, типа нет. Добро, зло, мужчина, женщина, понимаешь, то есть, вот, я не знаю. Это западное уже, ну, я западный человек, поэтому мои метафоры иногда имеют такой оттенок. Вот. Угу. Но, тем не менее, вот эта вот мысль о том, что добро, значит, занимается сексом со злом, оно чем-то восхищает меня, как бы вот такая, то есть, такая раз, мысль мне... В восточной модели нет конфликта, секс – это не конфликт. Секс – это взаимодополнение, взаимодействие. Ну и даже если мы говорим слово «конфликт», конфликт во благо. Для развития, для совершенствования, для познания. То есть такой позитивный конфликт. И в этом смысле секс – это гимнастика. Секс – это однозначно способ повысить фертильность, говоря научным языком, вероятность рождения детей, причем здоровых детей. Я думал наоборот, как бы фертильность, поэтому секс. А ты как-то секс, поэтому нет, фертильность. Нет, нет. Прикольно. Фертильность – это же потенция. Да. Но потенцию надо раскрыть. Если сексом не заниматься, то фертильность угасает очень быстро. Очень быстро – значит после 20 лет. Ну, у некоторых после… Вот так вот. У некоторых людей сейчас в Европе проблема, что после 20 уже фертильность снижается. После 30 уже говорят об импотенции у мужчин и о фригидности у женщин. Это официальные данные сексологических исследований. А вот эти вот сейчас огромное количество сексуальных ориентаций, это с этим связано как-то, да? Человек, которому вообще ничего не надо, он вот про душу. Да, может, вот может на самолете жениться теперь. Да, на себе жениться. На себе, на заборе. В восточной модели нет понятия ориентации от слова совсем. То есть... Ты можешь заниматься сексом с кем угодно, с чем угодно. Это нет понятия нормы и патологии. Угу. То есть, как бы это твое дело. Угу. Во-первых, если ты владеешь собой, своим физическим телом, если у тебя хорошо развит контроль тела. Не контроль, как попытка все задавить, а контроль такой разумный, осознанный, то, ну, элементарно, ты можешь, ну, такой совсем. Какой-нибудь пример. Ты можешь быть мужеложцем, ну, гомосексуалистом. Нет, не могу. Не ты. Я вообще в этот момент на Олю смотрел. Я могу быть мужеложцем. Господи. Господи, боже ж ты мой. Я крещусь тут. Хорошо, я применение к себе. Я вообще не парюсь. Я могу, пожалуйста, на здоровье. Я могу быть гомосексуалистом, при этом рожать детей, ну, в смысле, зачинать детей во благо клана своего, во благо семьи. Ну, так надо. И это будут хорошие, здоровые, красивые дети. А это то, вот что... так на Востоке, да? Да. А то, с кем я при этом еще сексом занимаюсь, ну, да, а кому какое дело? Там, Иран какой-нибудь. Это нормально. То есть, вот это разделяется. Отношения для радости, отношения для пользы. Отношения для рода, для продолжения там вот. А действия плюс-минус одинаковые. Действия плюс-минус одинаковые. На это не накладывается никакой... идеологии, что вот это грязное, вот это чистое, вот это норма, вот это патология. Все, короче, рухнула наша тема. Да. Но еще раз, мы не восточные люди. Вот, даже, да. Даже я, живя в Новосибирске... Даже. Даже, казалось бы. Казалось бы. Да. Что может быть восточнее? Ну, вот для некоторых москвичей Новосибирск – это где-то рядом с Китаем, на границе. Так и есть. По карте посмотрите, граница с Китаем рядом. Я все время поэтому в Новосибирск уехал, чтобы к Китаю поближе быть. Мог бы в еврейскую автономную область уехать. Я из Москвы уехал, да. Вот. Так вот, западная модель в корне противоположная. Западные религии, ну, последние 2500 лет, то есть аврамические религии, как появились, они противопоставляют мужчину женщине. Значит, мужчина – это благо, свет, добро, закон, польза и так далее. Женщина – все противоположное. Значит,
И, соответственно, секс – это что-то необходимое, но грязное. Вот поэтому мы не соврали, назвав нашу тему «Секс – грязное дело». Для европейцев секс – это грязное дело. Ну, в общем, да. Вот. Кстати, было бы интересно, вот так, не то чтобы совсем уж было интересно, но все-таки распространение порнографии на Западе и распространение порнографии в Китае. Или на Востоке, на условном Востоке. То есть, я так подозреваю, что оно тоже должно иметь некоторые особенности. Но это так, это был скорее вопрос в пустоту. Я немножко изучал эту тему. Я могу сказать, что на Востоке порнографию смотрят гораздо меньше. И там она имеет какой-то оттенок, ну вот прям совсем извращений каких-то, чего-то такого. Чего-то такого, что ты в жизни вряд ли реализуешь. Осьминоги. Ну вот. Тентакли, вот эти тентакли, все, да, там вот связывание, там иссечение тела, там травмирование, вот это все. То есть, это что-то, чего ты не хочешь с живыми партнерами реализовывать, но интересно посмотреть, как это делается. Вот так вот. То есть для Востока порнография скорее диссоциированный вариант, скорее, да. чем на Западе, где порнография представляет собой, не могу сказать назидательную формат, но образовательный и развлекательный, вне всякого сомнения, контент. То есть, если что, у Порнхаба, по-моему, трафик побольше, чем у Белого дома, у Кремля, у чего там, я не знаю, у мировых блогеров. Порнхаб – это крупнейший порно-ресурс. Вот, ну, надо знать. Надо я, правда, тоже там ни разу не был, но статистика… Да никто не был, никто не был. Но все знают, что он… У меня просто другие каналы. Порнхабом не пользуюсь. Так вот, здесь идея в том, что поскольку секс – зло, то дальше все из этого проистекает. То есть, нужно заниматься сексом просто, чтобы были дети. Ну, хорошо… Позже появилась чуть-чуть идея, что сексом нужно заниматься для удовольствия. Эта, кстати, идея была привнесена в европейскую традицию Райхом, который что-то курил с Востока явно. Это да. То есть его биографы утверждают, что он с Востока ничего не взял, все сам придумал. Угу. Знаем мы это сам. Вот. Что-то он такое курил, явно что-то с Востока. И вот Райх фактически считается отцом так называемой сексуальной революции, после которой на Западе людям официально разрешили не только как бы заниматься сексом для детей, но и для удовольствия. Вот это прям официальный такой мандат был. Спасибо Райху. Да, спасибо Райху. Чтобы мы без него... Спасибо хипарям. За наши счастливые взрослые. Спасибо вот этим всем детям цветов, которые в 70-е говорили «make love, not war». Вот. Но все равно, даже большевики... уважаемые мной, например, когда попытались раскрепостить сексуально население Советской России, потом Советского Союза, потерпели поражение, потому что, ну, люди не готовы оказались. Вот отказаться от собственности, то есть там от денег, люди, ну, хоть как-то были готовы. Отказаться от идеи, что секс – грязное дело, не готовы. Поэтому в итоге в Советском Союзе секс официально как бы вообще отсутствовал. Вот это, секса нет. То есть отсутствовал как культ, как пропаганда и так далее. Вот. Хотя, еще раз, большевики пытались. Но вот европейская вот эта традиция подавила. Ну, там дальше, может быть, разговор пойдет, мог бы пойти в сторону того, что коммунисты пытались, а большевики вовсе даже запретили. Вот. Но давай не будем туда вдаваться. Да. Вот. Ну, потому что там. Одни пытались, а другие отказались. Ну, левая тема, понимаешь, левая тема, она вообще как бы. Но давай эту левую тему вынесем за скобки. У меня три поколения большевиков в семье, поэтому я еще раз, я не против этого. Я за левую тему, но нам она здесь никак не поможет. Да. То есть это мимо что просто. Что же нам поможет? Это почему? Она нам может помочь, потому что, например, с какой-то точки зрения наследники вот тех коммунистов, которые развивали раскрепощение, вот они на сегодняшний день в Вашингтонском обкоме Демократической партии. Да, они там сейчас все собрались. То есть, практически вот те самые коммунисты, которые когда-то делали революцию, да, куда они оказались? Троцкисты, давай прямо называть вещи своими именами, чего уж там
Вот, они со временем оказались вовсе даже за океаном. Хотим напомнить, что Барак Хусейнович Обама, в общем-то, известные как это, его фотки 60-х, 70-х годов, где он в студенчестве с таким хайром, вообще вот кудрявым, как у Мошкина практически, когда-то было. Ага. Где-то рядом с Джимми Хендриксом. Да, где-то рядом с Джимми Хендриксом и примерно в том же прикиде. То есть, иными словами, демократическая партия, она же родом как раз из хипарей. Угу, угу, да. Те, кто в 20 говорили за свободную любовь, в 50 начали говорить, что секс, правильный секс только между однополыми, внутри однополых пар, а рожать детей не надо и все такое. Ну, вот. Коммунисты. Да. Вот. Да, но как-то вот тема такая. Печально как-то у нас все развивается в этом смысле сегодня общение. Есть хорошие новости. Давай. Да, что-то все сгрустнули. Кундалини уснуло. Восток с Западом проникает друг в друга. В хорошем смысле этого слова. Я уже понял. Ага. В смысле Востока, они, конечно, что же им делать, как не проникать-то друг в друга. Да. То есть, уже вот то, что я рассказывал, вот это, что на Востоке вот так, на Западе так, в 21 веке все смешивается очень сильно. И на Западе люди изучают восточную модель и говорят, ну вот как бы окей, что там обком говорит, это одно, а у меня в семье будет вот так вот, потому что я хочу. Есть знания, есть техники, есть учителя, есть интернет, в конце концов. Там не только порнография, там еще и польза. Правда? Да. Я дам ссылку. Надо посмотреть, ага, что там вот, в интернете. Ну, вот есть семинары, на которых тантру дают. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, Восток тоже уже не тот Восток, который был 200 лет назад. Сейчас Восток пропитан Западом очень сильно. И вот в этом смысле чистые вот эти модели исчезли. И мы живем в каком-то миксовом мире. Вот. Поэтому как все будет еще через 100 лет, вообще предсказать невозможно. Сейчас я немножечко это, как она, попытаюсь понять, о чем мы тут говорили. Да, давайте, да? Вопросы какие-то. Вот, будем. Потому что несколько тезисов было выдвинуто. То, что Восток, значит, ну, как бы, то, что ты защищаешь Восток, мы уже поняли. Запад, значит, зло, которое ограничивает и принуждает к этому самому, к чему там, к тому, что мужчина добро, а женщина зло, а вот Восток это добро. Мы уже поняли твою мысль о том, что ты противник традиционных ценностей. А вовсе даже... С четырьмя детьми, да, от одной женщины. Да, ага. Я, конечно, противник традиционных ценностей. Но бог его знает, понимаешь, вот тут же разница между тем, что ты делаешь, и тем, что говоришь, похоже. Просто вот интересно вот этот вопрос. То есть, получается так, что эти самые, как она вот... Это вот толерантность, да, пресловутая, и сколько хочешь этих полов, это вовсе даже как бы тема в том числе восточная. Я правильно понял? А вот тут он задумался, ага. Я просто не хочу быть неточным. Да. Вот. Тут за базаром-то последить, да. Я же ученый, за базаром я слежу, ага. Вот. На Востоке все мягче. Нет жестких противопоставлений. Жесткие противопоставления - признак как бы небольшого ума. Вот так вот. Мягче нужно. То есть, если ты сказал да, скажи нет. Если ты сказал согласен, скажи, в чем ты возражаешь. Вот эта идея. Говоришь, что секс это благо, укажи границы. То есть, вот это, особенно в даосизме, я, наверное, ближе всего к тому, чтобы назвать себя даосом. Ну и, соответственно, в даосизме нельзя говорить да, не сказав нет. И наоборот. Поэтому... Давай за Запад что-нибудь скажи. Давай за Запад. Угу. А за аврамические религии. За аврамические религии. Ну, хорошая новость, что религии уже не давлеют. И что люди все-таки встали на путь знания на Западе. А знание однозначно говорит о том, что сексом заниматься можно, нужно, полезно. И это никак не связано с продолжением рода. То есть, продолжать род люди научились всяко-разно. Там всякие эти... Пробирки. Искусственное, да, выращивание, уже не сегодня-завтра дети из пробирки пойдут и прочее. То есть, проблема не в продолжении рода. Проблема в том, чтобы люди как-то использовали вот эту таинственную сексуальную энергию во благо себе, для тех целей, которые у них есть.
То есть люди без секса, вот будем честны, страдают, болеют, занимаются всякой херней. В эфире можно материться? Нет. Нет. Значит, херней. А то хотел по-другому сказать. Вот. Хотел уже выматериться, но решил ограничиться. Да? Ну, как известно, слово «хер» происходит от буквы «хер». Была такая в старорусском языке буква «хер». Буква «х», она и называется «хер». Да. Это Андрей хотел сказать. Можно не писать все три буквы. Да-да-да. Не заморачиваться. Да, вот. Там, где «яти», там же и вот эти «херы». Вот. Понеслось. А что вы хотите? Ну вот здесь же лингвистика. Вот тебе лингвистика, ага. То есть секс это как бы такое же грязное дело, как гимнастика. Ну вот гимнастика грязное дело, самомассаж, например, грязное дело. Самомассаж. Трогать себя ведь руками это очень постыдно. Ужасно. В душе, например. Или просто лежа на кровати. Об стенку нужно просто мыть. По улице идешь, не дай бог себя рукой потрогаешь. Это же сразу... Что-то вот такое мне в голову не приходило, но после того, как ты начал уже это все сравнивать с сексом, я уж теперь задумаюсь. Вот у меня левая рука, например, сейчас правую держит, да? Прям переплелась. Прям переплелась буквально. Ты практически мастурбируешь сам собой. А я-то думаю, чем мне так хорошо-то? Учитывая, что на руках находятся сильнейшие эрогенные зоны, ну там, объективно, да. Количество нервных окончаний на несколько, по-моему, на два порядка превышает в среднем по телу. Не говоря уж и о том, чтобы сделать себе массаж ног. А тут уж вообще запредельно. В ухе почесать, о, да. Прикончить можно прямо. О, вот я не знал. Если нормально раскачать энергию. Да, можно кончить от зевка, например. Вот начать зевать и в итоге испытать оргазм. Отчихание. Поэтому некоторые люди стараются не зевать. Отчихание. То есть это с точки зрения Востока и есть пробуждение таинственной сексуальной энергии, я так понимаю. То есть, когда кундалини буквально кидается при любом прикосновении к себе. То есть, не обязательно какие-то там половые органы, да, вот это все. Секс – это штука очень богатая. Вот. Ну, допустим, допустим, тут в простоте уже ничего как бы не сделаешь, нос не почешешь, так сказать. За собой будь осторожен. Да, потому что, сами понимаете, да, в носу ковыряться, так это вообще запредельно. Руки надо не только поверх одеяла держать, но и в перчатках, причем лучше связанными. Связанные в разные стороны. Да, то есть вот даже так, да, это Восток, да, вот Восток, телесность, культура телесности. Скорее, если с точки зрения Востока смотреть на Запад. Ага. То есть, с точки зрения Востока, западные люди все немножко ущербные. Буквально в 70-е годы значит, описывали реальные случаи, когда какие-нибудь французские студенты в парке в Китае начинали целоваться, и вокруг собирались китайцы и смотрели, и как бы прям собирались группы такие. Потом в итоге кто-то догадался спросить китайцев, а что они собираются? Они же сейчас сексом займутся. Это же интересно. То есть люди, когда целуются, они должны заняться сексом. Особенно если они целуются где-то в парке, в красивом месте, ну где ци там, вот это фэншуй, да. Ну зачем они это делают? Явно, чтобы заняться сексом. А значит, можно посмотреть. На Востоке это не является зазорным. Присутствовать при сексе других людей. Обезьяны просто какие-то. Ну, надо отметить обезьяны, которые создали самую старую в мире цивилизацию. Ну да. Самые выжившие буквально. Самые мудрые обезьяны. Вот. То есть это к вопросу о том, как китайцы относятся к европейцам. Значит, в Индии тоже чуть, ну, сравнительно недавно, 150 лет назад, когда еще было британское владычество, индийские проститутки называли английских солдат воробушками. Надо объяснять, за что? Надо. За то, что те клевали. Но английским солдатам казалось, что они очень мужественные. Но с точки зрения индийских проституток, секс с англичанином был как поклевывание воробья. Скушен. Ну, мил. Мил. Мил, как со зверушкой. Вот. Зверушка ластится, погладить ее можно, она вот там почешет тебя где-нибудь. Вот. То есть это вот некая ущербность европейского человека на Востоке до сих пор присутствует вот именно в сексуальной вот этой теме. Для западных людей, например, в Индии существуют специальные монастыри,
их называют ашрамы, там только западные люди изучают тантру, только западные. Их не пускают в нормальные монастыри, ну потому что у них крышу сорвет. Вот. Поэтому если кто-то будет рассказывать историю, что он был в Индии в ашраме и практиковал сексуальные практики, да, с такими же, как он, ущербными. Ущербными, да, недоношенными, как бы недоделанными. У меня там два вопроса встают. Во-первых, ты опять-таки вот все понимают, что Андрей сейчас просто вот активно защищает восточную модель. Причем не просто защищает. Это плохо. Не, это неплохо. При этом это, живу это, на Западе. Это хорошо, это да. Хорошо. Это как бы мигрировать не собираюсь. Да, а второе, как ты считаешь? Вот следующий вопрос, он такой почти провокационный, почти вот давайте. На уровне. Россия это... Родина слонов. Это понятно, и тем не менее, это Запад или Восток? Конечно, Запад. Тут вариантов нет никаких. Запад на 100%. Россия – это апологет западных ценностей. А на сегодняшний день так уж апологет. Это практически последний бастион. Последний бастион традиционных ценностей. Да. И тем не менее, Россия рядом с Китаем, рядом с Индией, партнер, друг. Уникальная вот эта вот ситуация, где мы находимся. Мои коллеги, которые были и в Америке, и в Индии, говорят, что, например, возможно, только в России существует полноценная телесно-ориентированная терапия без укоса на восток и на запад. То есть мы какие-то сбалансированные. Вот. Не знаю, это, наверное, как-то... Я теперь защищаю Россию. Я понимаю. Да. Запад он защищать не может, теперь он Россию защищает. Ну, я сдвигаюсь, понимаешь. Ага. Еще полчаса разговора, может быть, я Запад начну защищать, ты же умеешь уговаривать. Я умею, да. Вот. Но тем не менее, как бы вот интересная тема. То есть, получается, что, вот смотри, Восток, это святое, я уже понял, там Китай, там да, асизм. Там все настолько глубоко и невероятно, что дальше мы молчим. Индия так сяк, но тоже, да. То есть, но просто, она другая. Она другая, да. Да. А весь остальной мир, он потихонечку тоже переходит на позицию Востока. И только Россия остается последним бастионом Запада. Не так. Я просто спрашиваю. Ой, ввязался я в какой-то блудняк. Но... А тема такая, извини. Да. Секс – это грязное дело. И, судя по всему, политическое, товарищи. Вот не думал, что мы про политику будем разговаривать. Не будем, Пестики, тычинки. Давай, пестики, тычинки, ага. Давай, колись, ага. Слушай, не знаю. Ну, надеюсь, хочется верить, и моя работа этому посвящена, что в России будет какой-то прорыв в этой области. Вот есть гуманитарное знание, а тема секса – это не гуманитарное знание, но и не медицинское. Это какое-то синтетическое знание. Вот надеюсь, что в этой области будет прорыв, но для этого лет 50 понадобится. В том числе мировой кризис… Кризис финансовой системы, кризис ценностей. Возможно, некоторые, будем честны, количество миллионов погибших. Без этого человечество не умеет проходить через кризисы. Вообще, да. Вспоминаем то Вселенную 25, да, 24, как она. То есть, как бы мы должны быть готовы к тому, что люди заради вот этих вот ценностных установок поубивают друг друга в количестве больше 6 нулей, а может быть и 7. Это очень печально, но без этого. Без этого обезьяны не научились развиваться. Ну, все. Тут что? Как историк историку могу сказать, что это как бы совершенно нормально для нас, для обезьян. Вот. Тем не менее, вот смотри. То есть, по большому счету, ты говоришь то, что мы движемся, я предполагаю, причем движется и Запад, и Восток. И то, что ты так и не смог объяснить, что же такое Россия, как бы удивительный последний бастион Запада, который сочетает в себе и Восток, и телесно-ориентированную единственную психотерапию. То есть, тут есть множество как бы, вопросов, но тем не менее, вроде как, предполагаешь ты, мы движемся к некоторому прорыву, в том числе и в телесности, да. И в науке об этом, в знании об этом, в понимании этого мы движемся, это 100%. В свое время, как бы,
просто еще будучи совсем юным историком, да, мы с интересом читали о цивилизации Эллады, о цивилизации как раз вот эллинской, греческой цивилизации, где культ тела. И подозреваю, культ вот как раз секса, он тоже был заложен. Ну, так вот, в основу. Некоторые историки, ну, я сам-то не историк, но читаю, слушаю профессионалов в этой области, утверждают, что культура Эллады, она очень странная. Она, возможно, отчасти заимствованная с Малой Азии, а может быть и не отчасти, а очень сильно заимствованная. И, соответственно, то, что мы называем эллинской культурой, ну, не факт, что это вот западная культура в нашем понимании. Это, возможно, какой-то вот тоже микст, только древний. Я уже начинаю подозревать, что вообще говорить о чистом Западе или о чистом Востоке абсолютно бессмысленно. Здесь скорее имеет смысл говорить даже не с точки зрения ян-инь или Запад есть Запад, Восток есть Восток, а рассматривать каждую культуру как феномен, как уникальную, уникальную совершенно цивилизацию. Может быть. Но да. Давай так, я в данном случае говорю не только об наших представлениях об Элладе, но и о представлениях о будущем Ивана Ефремова, потому что вот каким-то странным образом у меня все мои мысли о будущем начинают быть связаны с его прозрениями, с его мечтами, с его как раз отношением, в том числе к телу, к сексу и к жизни. Я могу сказать, что книги Ефремова до моего поступления в университет... Ты уже учился в Московском университете? Да, я в МГУ учился. В МГУ на психолога, да? Да. Значит, до моего поступления на психфак и до получения доступа как бы к мировым достижениям в области сексологии, в области культуры, Ефремов был моим наставником, таким духовным, идейным. Не только твоим. То есть книгу «Лезвие бритвы» я перечитал 7 или 8 раз, наверное. Одна из самых моих перечитанных книг. Это не считая его всяких вот фантастических книг про будущее. Ну, потому что «Лезвие бритвы» – это конкретно про как раз сексуальность, про телесность. Там очень подробно прописано, какой она может быть. У меня есть фантазия, что если бы в Советском Союзе было 5 таких фантастов, как Ефремов, мы бы жили сейчас в другой стране. Но он был, к сожалению, один. Поэтому вот не хватило немножко вот этого. Может быть, это в связи с тем, что даже «Звездолёт» в одной из книг Ефремова назывался «Тантра». Да. И да. Более того, в описании того, как он тормозит или наоборот разгоняется, я уже сейчас не вспомню, в общем, достаточно много таких аллюзий на как раз энергетическую, тантрическую работу. Да, да, совершенно верно. Угу. Интересно. То есть, все-таки ты видишь именно развитие человечества вперед, как-то мы плавно перешли с грязного дела секса на развитие человечества. Почему вот так вот? А потому что они связаны. В топку дрова закидываешь и едешь вперед. Чего ты? Кочегары все чумазые, а паровоз летит. Паровоз летит. В коммуне остановка, так сказать. А наш бронепоезд, ну мы помним, да, все дальше уже все эти аллюзии на эту тему. То есть бронепоезд-то мы выкатили, похоже, с запасного пути соединенными усилиями. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что вот ты видишь именно будущее, в том числе в телесности, условно говоря, от Ефремова, который объединяет в себе и Восток, и Запад. Потому что для Ефремова характерно как раз сочетание индусской и западной методологии и структур мышления и действия. Я думаю, что позитивных вариантов, кроме этого, просто не существует. То есть все остальное – это трансгуманизм. И проблема в том, что сейчас, если мы говорим о будущем, то мы очень легко улетаем в тему трансгуманизма. То есть, зачем человеку заниматься сексом? А зачем человеку ходить на ногах? Давайте гусеницы сделаем. А зачем человеку руки? Давайте там щупальца будут. А
Зачем человеку вообще физическое тело? Давайте жить в кристаллах. То есть вот этот трансгуманизм, физическое человеческое тело, оно какое-то несовершенное, оно грязное, оно вонючее, оно неудобное и прочее, прочее. Давайте пойдем дальше. Сколько жить можно... в банках. Да, сколько можно вот эти грязные обезьяны оставили нам плохую наследственность? Вот так можно рассуждать. И мне этот путь скучен. Я допускаю, что есть люди, которые так мыслят, но мне это скучно. Мне нравится идея, что люди могут развиваться и достичь, ну, пусть это для кого-то прозвучит громко, божественного какого-то уровня владения собой, владения энергией, оставаясь в живом физическом теле, в человеческом теле. То есть человеческое тело может быть сосудом для тотального, для тотальной реализации. В это, кстати, верили даосы и продолжают верить. В это верили саньясины Индии. В это верят телесные терапевты. Ну, насколько они вообще во что-то верят. Вот, потому что телесные терапевты все-таки европейцы. Ну, люди с европейским мышлением, поэтому понятие веры там немножко в сторону отодвинуто. Но тем не менее, вот эта идея, что в обычном физическом человеческом теле можно достичь максимум реализации. Это про секс. Потому что без секса никак. То есть, ну, других вариантов неизвестно. Так хочется спросить, а каковы практические рекомендации от как раз от Андрея Ширая для наших телерадиослушателей? То есть, потому что вот просто так сказать секс, но при этом сказать... Всё, все идите заниматься сексом. Да, все там, а порнхаб фигня, но все идите заниматься сексом. Например, вот это прозвучало так. И самое главное, это даосизм. Тут нужно вот так вот руку вверх поднять. У него это хорошо получается, кстати, когда он так палец вверх поднимает. Конкурентно получается, он тренировался, а с такой-то бородой и с таким-то... Да. Какие рекомендации? Ну, самое простое. Начать слушать себя. Начать слушать себя, свое физическое тело. Не свой внутренний монолог, который, конечно, умные вещи подсказывает. Это да. Вот. Начать слушать свое физическое тело и быть готовым к тому, что оно начнет нести какую-то чушь. Ну, потому что когда кого-то долго не слушали, лет так 30-40, 50-60. А, кроме чуши, что вы можете сказать, когда вас никто не слушал, потом сказал: ну давай, Семёныч, давай, жги. Расскажи анекдот. И Семёныч начинает жечь. Такое, что у всех уши в трубочку сворачиваются. Но мы сегодня не материмся. Поэтому цитаты из Семёныча мы опустим. То есть тело должно проколбаситься. Тело должно освободиться. Тело должно поверить, я так вот скажу странную вещь, тело должно поверить в то, что к нему внимательно и к нему прислушиваются. Оно же собака недоверчивая. Вот. Ну, потому что, когда еще раз тебя 50 лет кидали и предавали, то ты будешь недоверчивым. А я бы сравнила... Я буду недоверчивым, когда мне 50 лет предавали. Я бы это сравнила с подростковым возрастом, когда из ребенка начинают лезть всякие обреакции и протаптывание теневухи, и абсолютно неадекватные существа, как физически на них смотришь, они вообще нескладные, что с голосом у них рамс, что с поведением, что со словами. Нормально у них с голосом! Чё? Да, ну и вот этот этап очень важен, когда человечка принимают, и потом он выстраивается во что-то тело такое. Нужно принять. Тело нужно услышать, почувствовать. Принять и простить. Там не надо прощать. Что там прощать? Всё, Бог простит, да, говорится. Да. Принять, почувствовать. Доверие. То самое доверие. Да, сформировать некие доверительные отношения между мозгом, сознанием и телом. Это звучит странно, но типа мы же со штанами доверительные отношения не выстраиваем. Очень зря. Кстати. Они могут подвести. Вот. Значит, соответственно, люди воспринимают тело как что-то бездушное. Это в корне неправильно. И вот, например, телесная терапия исходит из такого понятия body-mind. Body-mind в переводе на русский язык переводится либо как умное тело, тело, наполненное умом, либо наоборот, как ум, погруженный в тело, то есть телесный ум. Вот. То есть, соответственно,
пока у вас не сформируется вот этот body-mind, а он формируется не быстро, он формируется, это, ну, несколько лет такой внимательной работы, исследований над собой. Только тогда начнется прогресс, только тогда пойдет у вас фонтан энергии. Вот люди говорят, а можно пройти какой-нибудь семинар, и чтобы сразу кайф, чтобы фонтан энергии. Сначала оторвало тебе что-нибудь, а потом начался кайф. Вот, ну это описание наркотического прихода. Прихода. Надо понимать. Я на марафонах как раз с телом контакт устанавливаю. Вот. У меня прям бзик на эту тему. Да, да, то есть нужно время. Быстро не получится. Ребята, если вы хотите пройти этим путем, настройтесь, ну хотя бы на фрейм год. И то на доверие через... телу. Это, да, это даже вот, той вот фигни, это, вот эта работа, которая займет минимум год, а лучше 3-5 лет. И через 3-5 лет вы скажете, вау, типа, да у меня кайфовое тело. Причем мы говорим сейчас не, опять не о норме, не о 90-60-90 да, там да, у женщин да. Или там я жму 120 лежа у мужчин. Кубики да. Пресса. Кубики пресса, бразильская попка, там вот это. Орех все. Бразильский. Бразильский орех. Он не очень красивый бразильский орех. Не важно. Попа бразильский орех. Кривая такая. С извилинами. С извилинами. Извилистые. Ну и образы у вас, доктор. Фантазии-то у вас. Нормально. Начал тело отпускать. Давай продолжаем. Да. То есть 3-5 лет вот такой методичной работы над собой, индивидуальной, в паре. Хорошо, если есть партнер, партнерша, которая поддерживает. Если нет, будет тяжко, но тоже возможно через семинары, через учителей, через вот какой-то такой путь новых знаний. Самопознание. И только тогда у вас пойдет кайф, только тогда у вас пойдет много энергии, то есть даже не от самого секса. То есть секс это только какая-то контрольная точка, вы встречаетесь с партнером, и у вас в сексе взрыв, приход, эйфория и так далее. Благодаря наработкам с одной и с другой стороны. Да, но вы же сексом не занимаетесь с утра до вечера. Будем честны. Очень жаль. Плохая новость. Ну, по сравнению... Зачем ты так? По сравнению с зелеными мартышками Бонобо, мы все импотенты, потому что у них трое суток половой акт длится непрерывно. Трое суток. Мы все в этом смысле немножко недоделаны. Вот. Да и не надо. Не об этом речь. То есть, ну, если так совсем откровенно говорить, сексологи заявляют, если у вас хотя бы 40 минут половой акт длится, вы уже молодец. Вы уже прям там, вас на доску почета надо занести. Ну, с точки зрения современной науки. Mm-hmm. Потому что у многих людей половой акт длится 5-10 минут. Mm-hmm. И все. И то хорошо, это значит уже... Он есть. Он есть, потому что если меньше 5 минут... Он такой рассказывает, типа, это новость. Для большинства наших радиослушателей это вздох облегчения, понимаешь, то, что... Вот, да, ну иначе просто человек бежит к сексологу, к сексопатологу, просит таблеточки волшебные, еще что-то. Но еще раз, вот 40 минут, так помимо того, что вы 40 минут в день будете заниматься, например, сексом, а в возрасте после 45 не надо даже раз в день, а там хотя бы 2-3 раза в неделю достаточно. Вы же должны еще что-то в течение дня делать с телом. Любить его, заботиться о нем, в том числе гладить его, свое тело, гладить другие тела близких вам людей, там, обниматься, чувствовать, слушать тело, спрашивать, чего оно хочет. Вот это все, это тоже все про секс, но это другой секс. Mm-hmm. Не прямой, не коитус. Да, есть такое понятие коитус, проникновение. Саитие. Саитие, да. Так вот, саитие занимает малую часть человеческой жизни. Это хорошая новость. А все остальное – это вот такая духовно-телесная практика. Жизнь как духовно-телесная практика. Жизнь как секс. Да. И можно испытывать почти оргазм от науки, от бизнеса, от спорта, от искусства, от приготовления пищи, то есть вот от чего угодно. Вот так. Вот с этого надо было начинать, ага, а то прямо таки расширяем свою сексуальную жизнь, да? Чихаем, готовим. Ну, если сразу сказать человеку, бро, давай, или систер, давай, значит, вот, получай удовольствие от жизни, человек скажет, ага, да, и ничего не изменится. То есть вот в этом смысле
Просто сказать, как делать, ну, не работает. Ну, так бывает, да, там в рамках какого-нибудь марафона или курса человек полностью погружается, кайфует, наслаждается, видит жизнь в другом свете, а уйдя, например, вот там курс закончился, человек такой, а теперь возвращаемся к реальной жизни. Это было такое вот приключение, а теперь я возвращаюсь к реальной жизни, да. И забыв все, он, да, уже опять-таки, да, теряет связь. И даже возникает идея, что так и нормально, ну типа семинар это семинар, а да, жизнь, да, это, да, знаете ли, вот... А как съездил отдохнуть, так, да, пошел на семинар. Да, курортный роман. Нельзя же, да, нельзя, да, же постоянно в отпуске быть. Это же бред какой-то. Да, жить ведь надо не для радости, а для совести, как мы знаем, да? Не знаю, Покровские ворота. Да-да-да. Жить ведь надо не для радости, а для совести. Прямо вот вообще. Ну, слушай, ну вот эта вот тема мне уже нравится, потому что смотри, как это, вопрос тотального рефрейминга. Угу. Да, да, вопрос, с точки зрения, вопрос, да, тотальный вопрос рефрейминг. тотального шестишагового рефрейминга, вопрос тотальных договоров частей в субмодальностях, да, вопрос, да, сущностных трансформаций, вот он прямо здесь, взрывы как раз компульсии. Взрывы в компульсии, и чувствование себя. Ой, как интересно. Калибровка с доверием, с таким. Да? Если вспомнить, что у нас начинается курс НЛП-практик, то неплохо было бы прямо на этом курсе, угу, эту мысль забросить и, очень, может нравится, быть, ее проработать. Слушайте, контакт, давайте мы когда-нибудь проведем курс сексуальный НЛП-практик. Дурацкая мысль, забудьте. Я чисто, забудьте. Но мысль закинута. Ну, что это там, типа тантра практика. Шестишаговый тазом. Подожди. То есть мысль-то интересная, потому что если подумать о том, чтобы... Вот мы постоянно, да, говорим о том, что тело и сознание части одной системы, но вместе с тем физических упражнений. Вот ради чего интенсивы нужны. Да. Вот ради чего интенсивы как нужны. Как раз следующим летом, ну, как бы посмотрим, что будет с миром и с нами. С родиной и с нами. Я думаю, что можно провести летний интенсив. Вот такой вот, когда днем практик НЛП или там мастер НЛП, да, вечером, ночью, в сутки какие-то практики, связанные с телом, что-то, с тантрой. Что-то в этом есть, потому что я просто вспоминаю, как мы Андрианова пригласили тогда на тандру, и как потом лагерь колыхался, Ты так говоришь, как будто это плохо. Это хорошо. Прекрасно. Мало пригласили, я мало, так скажу. Мало. Да, Серега, да, Андрианов знает свою тему. Вот, кстати... Ну а что? Да? Вот, между прочим, да, слушай, ну время-то у нас как бы подходит к концу, но тем не менее. Давайте формируем намерение. Огромное спасибо Андрею Шираю за кучу сегодняшних идей. Конечно, помотала нас сегодня по вселенной «Мама, не горюй». От троцкистов, так сказать, буквально до... Буквально открыла множество новых, да, тем. От троцкистов до даосов, от даосов к этим самым, к... Это он еще, между прочим, антиклерикальную проповедь, потому что его постоянно... А я собрался про Мартина Лютера, а ты мне рот заткнул. Да, я тебе заткнул рот, потому что все-таки Россия – это страна традиционных ценностей, я хочу напомнить. Последний бастион западного мира, да, если можно так, да, выразиться. Согласен. Поэтому про Лютера мы в другой раз поговорим. Да, так что вот, но тем не менее, сегодня мы плавно вышли на тему принятия себя. Вкусная тема получилась. Итак, сегодня у нас в гостях был... Андрей Шираи. И до свидания. В эфире было радио НЛП. До новых встреч. Пока-пока. Кончайте с нами.